значит дискотека. Я ищу тебя. На самом деле интересует вещь, что вы выберете, кожаные лосины или леопардовые стринги? Кожаные лосины. Я тоже склоняюсь к этому. Я понял. Следующий вопрос, едем дальше. Кто круче, французы или итальянцы? Немцы. Хороший ответ. А что будем делать с Джорджо Мородером? Роже Федерером. Запишем этот ответ. Зачем тебе iPad? Я просто выебнуться хотел, знаешь, показать, что у меня есть iPad и записанные вопросы. На самом деле я подготовился и хотел спросить у вас вот такую вещь. Когда вышел последний ваш релиз, альбом, и о чем он? Последний EP вышел осенью. Он о детстве. Это ностальгия по детству? Ну, возможно, о чем-то ушедшем, недосягаемом. Как давно вы играете вместе? С 2010-го. Коронный вопрос. Что значит Степан и Медуза? Мы не скажем. Коронный ответ. Какие женщины вам нравятся? Пьяные.
Нет, не пьяная. Не пьяная. Средняя. То есть после 2 по 50. Ну, где-то так. По 0,5. Кто пишет песни у вас? Кто пишет тексты? Пишет тексты нам никто. То есть я. Ну, что, Дима тоже вот вчера напел песню, мне она понравилась, но мы точно. Распивали спиртные напитки, я не помню, о чем она. Ну вот он написал текст и музыку сочинил. Думаю, разберем ее как-нибудь. Чем вы занимаетесь еще, кроме музыки? Есть еще разные занятия, но я думаю, это не имеет... Смысла их озвучивать. Ну, вернее, это не относится к сути дела, мне кажется. А расскажите о тех песнях, которые вы сегодня сыграете. Одна песня про метро, а вторая про дискотеку. Так и есть. Это путь тусовщика? Дискотека в новой обработке. Мы, вот, кстати сказать, в последнее время занялись... переделыванием аранжировок под новый саунд, то есть как-то решили от развеселости и прочего всего, из чего мы выросли, избавиться, то есть и песни по-новому играть. Пропадет вот этот романтизм, который был изначально? Не знаю, мне кажется, как-то его там и не было особо. А что было до этого в творчестве? Наоборот, сейчас как-то мне кажется, более что-то душевное происходит у нас. Ну, раньше был рок-н-ролл, типа такой панк, короче, с синтезатором. Синтопанк? Ну, типа того. Арт-панк. Мы тогда так себя позиционировали. С кем у вас есть совместные песни и как вы работаете с другими артистами совместно? Когда-то нам года два назад написал Найк Борзов, типа добавил меня в друзья ВКонтакте и сказал, что, короче, крутые песни и все такое. И, ну, я, конечно, ушлый ум включил и сказал ему, что нужно сделать совместную песню. Мы, в общем, долго пытались это сделать. И как-то пришел момент, когда... Он приехал в Киев с концертом, и мы там договаривались встретиться с ним. Но в итоге эта дата совпала с тем моментом, когда мы как раз уехали в Москву, типа, на концерт. А он приехал в Киев. Самолеты вот так вот пролетают возле друга. Ну, короче, потом мы там что-то хотели дистанционно. Он там высылал тоже какие-то свои демки. Мы что-то высылали, короче, нам, видимо, взаимно все не понравилось, короче. Ну, вернее, короче, забили болт на это дело, да и зачем. Еще когда-то, очень горжусь этим, когда-то Алексей Вишня отметил, что очень неплохо действуем мы. И одним словом, можете как-то охарактеризовать свою музыку? И пойти уже наконец-то поиграть ее. Вот одно слово, которое говорит о вашем творчестве. Круто, очень. Ну, что-то не смешно. Давайте заново. Назовите одним словом то, что вы играете. Это не смешно. Остановка электрическая.
бежал. Может быть, я устал. Теперь мне все равно. И везет метро. Грустные.